Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Аверьянов Игорь Михайлович, я врач-натуропат. Закончил Европейский институт натуральной медицины имени Альберта Швайцера в Германии. Также закончил школу практической остеопатии в Москве. Являюсь сертифицированным специалистом по корректной йоге и йога-терапии. Имею за плечами более 25 лет врачебной практики. Последние 15 лет практикую метод остеобаланса. И уже 10 лет я провожу ежегодные обучающие курсы по остеобалансу и йога-терапии. Такие курсы успешно прошли как в России, так и за рубежом. На данный момент в нашей школе обучилось более 200 специалистов. Из России, Украины, Германии, Испании, Чехии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Норвегии. Обучение проходит один раз в год. Полный курс включает в себя 2 5-дневных интенсива. Даты проведения курсов на этот год указаны в описании к этому видео и на нашем сайте. Для записи на курс необходимо написать запрос в свободной форме на электронный адрес, также указанный в описании. Что такое остеобаланс? Остеобаланс – это моя авторская методика, основанная на базовых принципах остеопатии. Благодаря своей высокой эффективности остеобаланс стал одним из самых популярных и востребованных методов оздоровления. Достаточно набрать в поисковике или в любой социальной сети слово «остеобаланс», и вы увидите большое количество информации, статей, отзывов. Более подробно об этом методе я рассказываю в отдельном видео, которое вы можете посмотреть по ссылке. Что можно вылечить с помощью остеобаланса? Остеобаланс помогает решить проблемы с позвоночником, такими как сколиоз, протрузии, межпозвонковые грыжи, избавиться от головных болей, заболеваний репродуктивной системы, бесплодия, проблем с желудочно-кишечным трактом, нарушением функции щитовидной железы, депрессивных состояний и других психологических проблем. Также хочу отметить высокую эффективность применения остеобаланса при постковидных осложнениях, что делает его очень актуальным в наше время. Остеобаланс также устраняет последствия родовых травм у детей грудного возраста. Может применяться при работе с детьми сразу после рождения. При этом остеобаланс является абсолютно безопасным и безболезненным методом, не имеющим никаких побочных эффектов. Его применение возможно даже при обострении заболевания. Нужно ли медицинское образование для практики остеобаланса? Так как остеобаланс относится к оздоровительной практике, медицинского образования не нужно. Это записано в регистрационном свидетельстве на авторское право. Поэтому достаточно нашего сертификата и налоговой регистрации. Естественно, для практики остеобаланса необходимы базовые знания по анатомии, физиологии нашего организма. Часть из них будет дана на курсе, остальную часть нужно будет изучить самостоятельно по выданному материалу. Могу ли я заниматься остеобалансом профессионально? Да, можете. Для этого достаточно зарегистрировать физкультурно-оздоровительную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или в качестве самозанятого и работать на основании нашего сертификата. На наших курсах проходили обучение люди различных профессий. От актеров и журналистов до научных работников, физиков, медиков. И для многих из них этот курс стал решающим в выборе своего предназначения – помогать людям обрести здоровье. И они полностью переквалифицировались в специалисты остеобаланса. Если не хотите заниматься профессионально, вы сможете просто помогать своим родным и близким поддерживать здоровье в наше непростое время. Ведь здоровье сейчас стало без привлечения главной валютой и ценностью жизни. Где бы вы ни оказались, куда бы вы ни приехали, вы всегда будете чувствовать потребность в своей деятельности и человеческую благодарность. Я желаю всем здоровья, дорогие друзья, и всего вам доброго.